Хабиб, скажите несколько слов, матч резонансный. А что вы хотите, чтобы я сказал? Ну, не знаю, мнение просто. Это было ожидаемо, но не 3-0. Ну, победа бельгийцев была ожидаема, но не 3-0, это точно. И вообще, я считаю, бельгийцы – это фавориты турнира. Это лучшая команда сейчас в мире, номер один рейтинг FIFA. Что можно сказать? Вы посмотрите, Атлетико Мадрид, Тоттенхэм, Реал, Интер, какие игроки там играют. Хабиб, у нас шанс был хоть какой-то, на ваш взгляд? У нас шанс, я думаю, должен быть с датчанами и финнами, если хорошо сыграют. А так, бельгийцами, он не знает, кто может вообще справиться. Ну, Дзюба пытался вроде бы. Ну, я не видел ничего. Один удар головой, по-моему, был, не знаю, кто бил, но вот и все. Я правильно понимаю, что разочарование именно от игры Хабиба? Да. Именно от игры, что ничего не противопоставили вообще? Ну, я не знаю, мы же один матч смотрели. Я моментов не видел. Я правильно понимаю, что вы считаете, что просто играли, возможно, с будущим финалистом? Ну, с лучшей командой в мире играли. Сейчас. Я думаю, 2-0 был бы такой интересный, но 3-0, конечно, что-то обидно. А на что мы можем рассчитывать теперь? Выход с группы, наш потолок. Но для этого надо обыграть финнов, Хабиб. Не надо, а нужно. Спасибо. Спасибо большое.